Здравствуйте, дорогие видеослушатели. Император Юлий Цезарь ввел новый календарь, и Новый год переместился на 1 января. Первый месяц был назван в честь римского бога двуликого Януса, по преданию, один лик которого обращен назад к прошлому, другой вперед к будущему. Император Аврелиан узаконил 25 декабря как праздник в честь зимнего солнцестояния под названием «Рождество непобедимого солнца». Галерея Диди, Виктор Ремешевский. Всего доброго, дорогие видеослушатели. С наступающим вас. Прошу всех, познакомьтесь друг с другом, расслабьтесь, улыбайтесь. Еще не все собрались, подходите, по первому бокальчику шампанского угощайтесь. Мы как-то собираемся на собаку. Так, Мария, да, мы думаем, что это такое? Не было такого. Как что, с одной стороны? Да, она считает, это как... Сегодня у нас праздник непобедимого солнца. Я очень рад, кто успел прийти, кто не успел, мы ей уже им озвучили и передали, что тут вообще происходит. Он мне хотел бы передать слово нашим прекрасным искусствоведам Марии Катерине по поводу всего этого события, которое сегодня здесь происходит. Да, Виктор Семенович меня представил, я в галерее Диди совсем недавно, и это первый проект, над которым я так серьезно трудилась, и мне очень приятно, что моим первым проектом стала выставка имени Виктора Ремешевского. Это необычный проект, я думаю, что вы обратили на это внимание, что эта выставка сложная, в ней много символики, много различных подтекстов и отсылок. Мне кажется, Виктор действительно сумел объединить видение современного художника с прекрасной техникой, ну и в то же время все это сделано профессиональным мастером. Так что, видите, я тебя поздравляю. Если честно, одни эмоции, я даже не знаю, что сказать. Очень приятно, я очень рад, что такие прекрасные лица, столько много интересных людей, и все ситуации очень прекрасные и великолепные. И это я еще хотел подчеркнуть, что это своего рода еще как бы знак того, что 100 лет дадаизма, 100 лет, и в галерее Дада, галерея Диди, мы празднуем 100 лет Дада. Очень... Дада у нас нету, но будет скоро. Я очень хочу вас поздравить с наступающим годом, с Рождеством, пожелать всего самого доброго, счастья, любви. В общем, я просто очень рад, что у нас все состоялось. На этой ноте, наверное, я не думаю, что сегодня мы пришли сюда, чтобы много рассказывать. Если вы желаете более подробную информацию узнать про Виктора, это можно сделать очень легко. Мы сейчас буклеты вам всем подарим. И зайти на наш веб-сайт, и там будет информация про эту выставку. Плюс... Совместной жизни они не прошли даром, я так думаю.
нам устроил Виктор Тимишевский, за что мы очень ему благодарен. Вот он сам на экране рассказывает о своем интервью, в своем прекрасной мастерской в Кронштадте. Я хочу поздравить его с таким прекрасным днем и замечательным выставкой. Пожелать ему с наступающим Новым годом. И в лице него я бы пожелал бы всем нашим гостям, гостям галереи коллекционного искусства «Диди», чтобы у них в жизни все было прекрасно, все, чтобы были здоровы, чтобы финансовое благополучие было, и они могли себе из галереи «Диди» переместить некую часть в себе, в свое пространство, и таким образом, наслаждаясь искусством, продолжали жизнь прекрасно и счастливо на этой земле планеты. С наступающим вам всем 2017 годом, всем счастья и здоровья, и всем спасибо, всех люблю, уважаю и ценю. Дай Бог вам всем здоровья. Ура! Нового года!